Да, моя девочка, моя куколка. Твой любимый йогурт поедим. Всем-всем большой привет. Заждались? Но получилось так, что не могли выйти. То болели, то еще что-то. Но не об этом. А о том, у кого сегодня день рождения. 12 августа. Поздравляем всех с днем вашего рождения. Да, моя девочка. Да, вот. Ники тоже поздравляем. Пожелаю вам счастья. Пожелаем вам добра, пожелаем вам любви, богатства. Знаете прекрасно, все это нам необходимо для того, чтобы прожить добрую, хорошую, радостную, счастливую жизнь. Поэтому насладитесь. Желаю вам от души, чтобы все это было. И все это к вам пришло в короткие-короткие сроки. Именинники, с днем имени вашего, поздравляю вас. Все, обещал взять большой листочек, написать ваши имена. У кого когда девочка ручку выхватила и говорит, бумажку не отдам. Так что поздравляем мы вас от всего сердца, от всей души. И желаю вам всего-всего самого наилучшего. Я понимаю, что ты хочешь сама ложкой, но можно как-то культурнее попросить, сказать, дай мне, пожалуйста, ложку, да? Ребят, сегодня очень важный день. И день важный в том, что сегодня день семейного общения. И я хочу пожелать всем. Я хочу пожелать и ей в первую очередь, и себе. Но я хочу также пожелать всем вам, дорогие наши. Я вам хочу пожелать, чтобы вы сегодня смогли сесть, пообщаться со своей семьей, у кого кто есть, да, мамы, папы, дедушки, бабушки, братья, чтобы вы сегодня провели хорошо день, красиво вечер, чтобы вы насладились им, потому что это залог успеха, залог всего, чтобы смогли попить чай нормально, найти общий язык, если кто-то с кем-то в ссоре, чтобы вы смогли насладиться друг другом и этим общением. Если ты закончила, и если ты больше не хочешь, то скажи, и тогда вали. Может быть, во время этого общения вы будете вязать крючком, да, потому что как-то, ну, сегодня тоже день вязания, международный, кстати, день вязания крючком. Кто умеет, возьмите, сядьте друг напротив друга, налейте чайку, может быть, даже какой-нибудь, я не знаю, там, соревнование устроить, да, кто лучше. Что свяжет тем же самым крючком. И все, я это вам говорю сегодня по той причине, что сегодня также есть такое понимание, как день осознанности. И осознанность в нашей жизни, она помогает нам не делать ошибок. Она помогает нам разумно подходить ко всем жизненным вопросам. И у нас и отличает, наверное, это вот от этой маленькой девочки, то, что мы можем осознавать, а она просто балуется, и вообще она не осознает, что она делает, что она сейчас не хочет. У тебя красоточка. Осознает, что с папой ругаться не надо. Так вот, все, сейчас заканчиваем. На, последнюю ложечку и пойдем. Ты же здесь сидишь. Я же понимаю, что ты давно не хочешь сниматься, а кушать-то ты хочешь? И что ты здесь выступаешь? Я не отпущу тебя, потому что там под столом сидит Бирка. Ты же не можешь нормально осознать того, чтобы с Биркой не ругаться? Или можешь? Да? Можешь. Поэтому давай сейчас доедим. И всем пожелаем прекрасного-прекрасного настроения, хорошего настроения. И мы, наверное, закончим, потому что она все же хочет осознать, как Бирка кусается. Да? Хочешь с ней поругаться? Я только сейчас говорил о том, что все в доме должны просто найти общий язык и нормально себя вести. А пока всем пока. Всем хорошего настроения. И мы вернулись. Я думаю, каждый день мы будем вас видеть и поздравлять с днем рождения. Хорошего вам настроения. И еще раз, с днем рождения всем. А пока-пока и пока до завтра. Всем пока-пока.